Wake Up, с вами Вова Кэс. Нового парня Саши Спилберг раскритиковали. Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями. Мари Сен и Тимур Сорокин расстались. А PewDiePie впервые сменил свой образ. Там внизу кнопочка «Подписывайтесь, кто еще этого не сделал». Жмите колокольчик, ставьте лайки, дизлайки и напишите комментарии. И приятного просмотра. PewDiePie впервые за свою карьеру на Ютубе кардинально сменил образ. Don't worry, it will grow back. Еще никогда блогер так коротко не стригся. Даже в самом начале у него были длинные волосы. Одним в восторге, а другим очень не нравится. Пишите, как вам. Эльдар Джарахов запустил второй сезон успешного рэп-баттла. Когда-то давно каждый выпуск первого сезона набирал просто миллионы просмотров. Сейчас же первый выпуск за сутки даже 300 тысяч не набрал. Видимо, в 2020-м такой формат уже не актуален. Дава впервые прокомментировал отношения с Олей Бузовой. По его словам, он и не думал, что будет когда-то встречаться с королевой русского шоу-биза. Ты мог себе представить, что ты будешь с этой королевой? Ну, нет. Также блогер опроверг слухи о том, что он Альфонс. Дава говорит, что тратит на Олю кучу бабла. Дорого обходится такая девушка, как Ольга Бузова? Ну, очень-очень много. В том числе водит ее в элитные московские рестораны, чеки в которых иногда достигают 80 тысяч рублей. Какой у вас обычный счет в ресторане? Мне очень интересно. Может быть 20, может быть 30 тысяч, может быть 50, может 80. Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями. Об этом стало известно после выхода нового клипа певицы, в котором отчетливо видно ее живот. Позже Кэти подтвердила, что это не просто образ для клипа, а самая настоящая беременность. Для певицы это будет первый ребенок. А у Орландо уже есть 9-летний сын от Миранды Кир. Саша Спилберг впервые показала своего парня. Как и предполагали фанаты, им оказался Парул, который занимается криптой. Ребята познакомились в Сан-Франциско. По словам Саши, они увидели друг друга, взялись за руки и больше никогда не расставались. Сейчас Парул для нее любимый человек и лучший друг. В комментариях очень много критики. В первую очередь подписчики недовольны национальностью парня. Некоторые даже отписываются. Пишите, а как вам выбор Саши? Мари Сен спустя 5 месяцев проживания в США вернулась в Москву. Я очень скучала по России, по Москве. Даже не важно, что такая погода. Напомню, что ранее она говорила, что жить в Америке — мечта всей ее жизни. Почему Мария решила вернуться, неизвестно. Одни пишут, что жизнь в LA оказалась слишком дорогой. Другие, что не такой уж сладкой, как она себе представляла. Погода такая плохая в Лос-Анджелесе. Я думала, что всегда тут солнце. Поэтому не верьте, в Лос-Анджелесе есть. Может идти дождь постоянно, каждый день. Более того, стало известно, что Мари Сен и Тимур Сорокин расстались. Их жизненные пути якобы разошлись. Хотя еще месяц назад блогерша утверждала, что у них с Тимом идиллия. Мы совпадаем душой. На этом все. Предыдущее видео вот здесь. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Конечно же, жмите колокольчик, ставьте лайки, дизлайки и пишите комментарии. Общайтесь в комментариях. И всем пока.